пострадавшему две страховки. А, для начала оказать первую медицинскую помощь. Значит, открытый перелом нижней третьей плеча. Это вот здесь. Перед плечом. Так, перед плечом. Это немножко ниже. Это лучевая кость, да, вот здесь. Вот. Вернее, вот это. Здесь вот у него перелом. Хорошо. Открытый перелом. Верно. При открытом переломе накладывается жгут. Так. Выше места раны, обязательно на вторую треть. Хорошо. И обязательно на ткань. Вот, конечно, хорошо. Давайте мы не будем накладывать жгут, потому что как бы это здоровая рука. То есть я сказала, все верно. Хорошо. Так, на жгут записка с временем и датой. Так. Обязательно все со жгутом закончено. Теперь рана по возможности обрабатывается. Так, может, я не услышал, у него открытый перелом, ему больно. Правильно? Да, ему больно. Ему нужно обязательно ввести обезболивающее. Так, хорошо. Но это если есть. Ну, если так. Есть. Да. Хорошо. Теперь. Просто и как бы подальше не забывай об этом говорить. Хорошо. Хорошо. Так, дальше. Теперь дальше при переломе накладывается шина. Но поскольку шины у нас нет. Поскольку у нас открытый перелом. Открытый перелом обрабатывается рано, да, я же говорила. Ну, значит. Вокруг обрабатывается либо йодом, либо зеленкой. Так, и аккуратно и накладывается, ну, стерильная салфеточка, вот, там теперь по возможности. Накладывает стерильную повязочку. Ну, то есть это по-любому надо. Да, сейчас, секунду. Просто очень колет бок. Ну, ты можешь поймать ее положить на пол, то есть. Да, сейчас. Он может работать, поэтому. Держи. Левой рукой, правой рукой, да. Стерильная салфеточка. Нет. Ну и что, давай еще вот здесь, вот здесь проще. Хорошо. Вот здесь. Да неужели? Держи. Вот это 5-метровая пока подняли. Аккуратно заматываем стерильную салфеточку, да. Начиная со здоровой руки. Да, крепим. На размер. Правильно. Поскольку рука нам можно, ну, не нужно, чтобы она скипалась, поэтому можно восьмеркой не мотать, можно просто спирально замотать. Да, да, то есть. Или завязать, или заложить можно. Лучше как-то так. Или завязать. Нормально, система. Все, готово. Хорошо, теперь дальше. Вчера ты же так же. Как накладывается шина? Шина накладывается фиксация два близлежащих сустава. Вот. Сумежных. Ну да, сумежных. Так, и? Ну так, с двух сторон. Не. Что ж, не, если правильно накладывается шина. И ну. Накладывайте шину. Як вам накладывайте? Дві пітож, як жгут накладывайте? Ну как? Не накладывайте на голову ділянку пил. Ну, конечно. Вот, то есть, ну, правильно. Дужка просто. Дві веревки вдвоєні на косі. Угу. Все хорошо. Держи вот так вот аккуратно. Тебе ничего не колет, все хорошо. Прыгаю, понял, снимайся вот так. Так бы с ногой. Было бы отлично. Ну тут еще можно подложить валик для поддержания анатомической формы. Так, раз у нас валика нет, значит можно что? Можно деревяшку. Или жгут. Или хорошо бинтом. Вот, он зажимает, и ты фиксируешь его на... Он попал на это, не попал.